На раме знаменитой картины Василия Верещагина «Апофеоз войны» есть надпись. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Есть две версии создания этой картины. По одной из них Верещагин вдохновлялся рассказами о жестоких походах полководца Тамерлана в XIV веке, который живьем замуровывал стены людей, обезглавливал мирных жителей взятых городов и оставлял после себя пирамиды из черепов, которые были призваны восхвалять его полководческий талант. А первоначальное название картины было «Торжество Тамерлана». По другой версии, идеей послужило современное художнику восстание мусульман в Китае. Они вырезали местное население, которое отказалось принимать ислам. Позже это восстание было жестоко подавлено. Апофеоз войны стал частью туркестанской серии Верещагина. Он сделал ее под впечатлением от двух своих поездок в Туркестан, в ходе которых принимал участие в боевых действиях русской армии. Павел Третьяков купил всю эту серию для своей галереи за 90 000 рублей. Баснословные на те времена деньги.